Премия за лучшую женскую роль в драматическом театре досталась Наталье Прокопенко. Она сыграла Машу в спектакле «Три сестры» по одноименной пьесе Чехова. Актриса на профессиональной сцене уже 14 лет. Признается, выходить за наградой намного волнительнее, чем выступать для публики. Приятно за то, что это классика, и это Чехов. И за классику всегда это сложно. Чехов дается... Некоторым актерам вообще не выпадает счастье его сыграть. А здесь это было замечательное приключение. Это были профессиональные люди, которые с нами работали. Я вообще удивилась, когда мне досталась эта роль, потому что режиссер... Я-то не думала, что я именно Маша буду. Я говорю, я не знаю, как это делать. Он говорит, это хорошо, я знаю, ты просто мне поверь. Лучшая мужская роль уехала в Тольятти. Премию получил Константин Федосеев из театра юного зрителя «Дилижанс». Награду актеру вручила главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Конкурс «Самарская театральная муза 2019» прошел в 25-й раз. В этом году в нем участвовало 26 спектаклей. Это лучшие творческие работы во всех профессиональных театрах губернии. Сегодня эта премия особенно важна, потому что мы наконец открыли театр для зрителя, и это большой праздник для всех артистов, для всех театральных деятелей, потому что мы можем придумать какие удобные театральные форматы онлайн, но живой театр главным образом происходит в живом общении зрителя и артиста. Подведение итогов должно было состояться еще в марте, но пандемия внесла свои коррективы. Поэтому победители узнали о своих премиях только сейчас. Награждение традиционно прошло в формате капустника. В этом году его посвятили вынужденному полугодовому перерыву в жизни театров. Как соскучились наши зрители, как соскучились мы. Вот это настоящий праздник, праздник театра во всей области, когда спустя полгода мы все тут встретились. Поэтому сегодняшние победители, они будут победителями очень необычного года. Тайным голосованием жюри выбрало победителей по 13 номинациям. Лауреатов 14-й за вклад в развитие театрального искусства в Самарской области определило правление Самарского отделения Союза театральных деятелей. Награда досталась Сергею Соколову, директору Самарского театра юного зрителя «Самарт». Мария Елчан, Василий Колдашов. События.